передал по Бырику поздравление 8 марта. Выучить не выучил. Ставьте тройку. Для девочек с чувством юмора. Буду подглядывать. Буду матюгаться. Поехали. В общем, хочется начать это поздравление. Блять. Хоть и некрасиво, будет все учтиво. Я попробовал без мата. Получилось стремновато. И давай тут сочинять что-то новое опять. Март идет, вода течет. Кто там мозг кому ебет? В ставках нету фарта. Черт, 8 марта. Надо девочек поздравить. А попозже может вставить. И подарки подарить. Нам ведь с ними еще жить. Ладно, это отступление. Начинаю поздравления. Поздравляю наших мам, жен, сеструх и просто дам. Всех мастей и внешностей, хоть деваха бывший гей. Сука, эта толерантность все-таки такая гадость. Дальше хочется сказать. Пожелать здоровья. Блять, чтобы ни один микроб не посмел вам сесть на лоб. Чтобы в семьях был достаток. Дети радовали мамок. Радовали мамок. Муж, когда захочешь ты, не дарил тебе цветы, а с утра, в обед и в ночь драл тебя, как сучью дочь. В общем, все девчонки мира, вы всегда были счастливы. И по жизни все у вас получалось просто класс. Ладно, я хочу закончить. А чуть позже может кончить с той одной моей женой. Извините, я такой. Ну и на пасашок я целую вас в сосок. С 8 марта, девчата.